Ребят, всем привет! Посылочка к нам пришла. Вроде целая вся. Давайте откроем, посмотрим, что там внутри. Я же без вас теперь не открываю ни одни посылочки. Так, ну что, открываем. Коробка вроде не повреждена была. Внутри такой материальчик. Так, вот такой шуруповерт. Как бы ударный шуруповерт, как бы по инструкции это. Так, на английском языке. Все на английском пришло. Так, ну и вот, друзья, пришла нам такая вот ударная дрель. Ну, как бы шуруповерт, да, вот функция ударная. Ой, тяжелый какой, мощный. Тяжеленный, друзья, вообще тяжелый. Так. Комплект, ну, как бы вот сам шуруповерт, да, шурик такой мощный, тяжеленный, блин, вообще. Тут зарядник, я так понимаю, да? Да, зарядник. Ручка. И один аккумулятор. Так, ну и все. В комплекте вроде больше ничего нету. Ну, инструкция, да, вот на английском. Аккумулятор 4 ампер в час, 18 ватт. Вот такой. Тоже тяжеленький. Так, ну вот, друзья. Так, собрал его. Смотрите, здесь есть индикатор. Вот маленько сейчас крутану. Вот видите, показывает. Из трех две, что аккумулятор практически. А вот еще, смотрите, лампочка. О, лампочка такая яркая, подсветка есть у него. Подсвечивать, короче, будет он, что вы сверлите, куда там будет. Здесь показывают уровень заряда. Такой, короче, мощный этот шуруповерт, вообще тяжелый, блин. У меня-то вот был Makita, короче, вот он, видите, какой-то у него вот 14-14 ватт и 1,3 ампера всего. Ну, вот новый перепаял, когда я тогда вам показывал, там у меня, в принципе, это, ну, хватит стало надолго. Но с этим-то не сравнить, смотрите, какой размер. О. Тут совсем, да, разница, там аккумуляторы вон такие мощные. Ну, зарядник тут такой получается. Включаешь сам в этот. Сейчас вот еще покажу вам. Вот сюда включается зарядка. Вот так. И в розеточку потом. Вилочка такая, все. Ну, как бы вот такой, друзья. Сейчас вам покажу, как он закручивает эти на больших шурупах мы с вами, да, саморезах на больших это. Испробуем его, как он вкручивает их, выкручивает. Я думаю, будет переть, наверное, вот так. Ладно, смотрим, не переключаемся. Так, ну вот сейчас будем экспериментировать, короче, шуруповерт Makita. 14-14 ватт, 1,3 ампера. Это мой старый, которым я пользовался. Теперь вот такое название Heimberdinger. Я, короче, в английском не силен, но вот такие, короче, вот тут надписи на нем. Made in Китай. 4 ампера, 18 ватт. Короче, саморез. Такой саморез на 130. Будем смотреть, какой из этих шуриков закрутит этот саморез. Все. Так, ставим на единичку и пробуем закручивать. Повыше прими. 130, еще выше. Так, 4, 2, 3. Так, нажимаем на первую скорость, как бы, да? Все, поехали. Так, нет. Неправильно, надо ставить
сюда саморезы, да, вот, наверное, вот так вот. Там просто сразу начал проскакивать. Так, ну закрутил. Теперь смотрим, как, с какой силой. Ну, натяжку крутил уже как-то это, проскакивал. Теперь будем делать на этом. Так. Тоже ставим. Так, да, получается на саморезы. Так, скорость первая. Так, ой, вот он, второй саморез. Рядом скручиваем, да? Так, ты повыше встань. Снимай так, чтобы все видно-то было. Полностью, чтобы видно. Ну все, давайте, как этот китаец скручивает. Ну, тоже без проблем. Теперь это на второй скорости как бы. Снимаешь уже? Угу. Так, ну давайте вот на второй скорости Макита. Видно? Угу. Ну тоже закрутил. Выкрутил только на первой скорости смог. Теперь вставляем китайца. Так, паузу. Все. Так, ну вот. Короче, китаец на второй скорости 130 саморез против Макиты. Закручивать, закручивать, но что-то открутить почему-то в обратку не может. Срабатывает у него вот эта трещотка. Я не знаю как. Ну-ка, давайте молоток поставим, да? Или нельзя молоток? А в режиме молотка откручивает, смотрите-ка. Интересно. Так, ну-ка, маленько открутили. Теперь, наверное, пойдет. Да, тут и стал проблем. Ну, как бы, друзья, подсветочка работает, все работает. Ну, в принципе, хорошая штука, но аккумулятор все так и не сел, ничего. У нас две палочки, ну, конечно, два самореза, это ерунда. Режимы есть. Сверло. Ой, сверло, говорю, саморезы. Сверло и ударные, короче, режимы. Ну, хорошая штука. Мы будем работать, пробовать им. Ссылочку оставлю в описании. Так, друзья, ну вот. После приобретения такого шуруповерта, ну, в принципе, да, он мощнее, у него есть подсветка. Ну, и Makita, вот они одинаково справились. Ну, единственное, что у данного шуруповерта, конечно, надолго хватит аккумулятора. Побольше, чем у этого, потому что размеры, смотрите, какие разные. У этого намного меньше, да и объем, да, вот 18 вольт и 14,4 и 1,3 ампер в час, тут 4 ампера в час. Ну вот, саморезы на 130, обои они, конечно, хорошо потянули, что тот, что другой закрутили. Единственное, у данного шурика почему-то я закрутить-то закрутил, а выкручивать пришлось только на ударном, на функции удара, молотковой, да, функции. Открутил, потом переключил на саморезы и уже дальше открутил нормально. Makita открутил на функции самореза, да, вот и что закрутил, что открутил на нем, уже не проскакивал. Ну, по этим, как бы, ну, я говорю, что увеличивал здесь мощность, уже сам перепаивал все это, увеличивал, короче, мощность батареи.
Сейчас даже не знаю, сколько они, я не замерял. Ну, по весу этот намного тяжелее. Конечно, у него емкость больше. И сам он как бы тяжелее. Ручка есть, здесь ручки нету. Ну, посмотрим в дальнейшем в работе. А так, ссылочку, ребята, оставлю вам на продавца. Ссылка будет в закрепленном комментарии, в описании. У него там много есть и 21 ватт, и хвалят их, что они лед будут. Вот я, может быть. Кстати, кто знает, можно ли такими параметрами, вот 4 ампер час, 18 ватт, вольт, да, как бы сверлить лед, какой шнек потянет, какого размера, какой глубины, может кто-то уже имеет опыт, напишите мне в комментариях, я буду очень рад вашим комментариям, короче, объяснением, на что способен данный шуруповерт. Ну, я только попробовал два, ну, вот, саморезы, короче, 130-е загнать в дерево. Так, друзья, жду ваших комментариев. Давайте пишите. Ссылочка будет в комментарии закрепленном, короче, в описании там.